Всем привет! Сегодня, я не знаю, может быть и не сегодня, короче, недавно вот открылся Skvittorii Blockade Battlefront, но это теперь Blockade Reboot, не Battlefront, а Blockade Reboot. Так, ну ладно. Короче, он наконец-то вернулся, и тут вот появились супер крутые новые обновления. G-Man 4.0, Titan Fuelman, и вот, Titan Cameraman, ну и Titan Pickerman. Хотя нет, Titan Pickerman, у него ничего вроде не изменилось. Но вот у Titan Cameraman теперь может быть Астра рука и пушки такие вот, какие у него были. Что ж, давайте зайдем и проверим, что там. Так, я нашел. Тут вот это меню загрузки не изменилось. А вот это уже меню, лобби само изменилось. Тут, и теперь тот самый вертолет, откуда приходила камера Woman в 73-й серии, да? И вот, и Вандузмен. Куда он тут? И Дарк Спикер. Куда они здесь? Они же погибли. Вон там еще спикер. Пикер. Спикер совет. И вооруженные, улучшенные камера вертолета. Так, ладно, давайте зайдем и проверим, что в самой игре. Вот это лобби не изменилось, ролеплей мод. И вот это не изменилось. Так, вот это уже нажимается. Вот это вообще не нажимается. Вот это нажимается. Здесь ничего не изменилось. Тут тоже. Ну, давайте зайдем в дефолт. Картинка тоже изменилась. Загружается моя дата, информация. Лобби тоже как будто какой-то камерамен там сидит и шпарит огнеметом. Ладно. Все. Так. А изменилось ли лобби? Так. Так. Хорошо. Что еще могу с ним поговорить? Вот, теперь задания изменились. Ну и, к большому сожалению, все, что у вас было, пропало. Да, это очень плохо. Да, у меня теперь нет ни титана камерамена, у меня теперь есть только обычный камерамен. Но только опять этот баг. Игра с багами пришла, большими. О! Тут появились дрельманы. Так, тут теперь титан камерамена стоит. И да, теперь все получать надо заново. И какая-то фигня, и все, я теперь вообще ничего не могу делать. Ладно, давайте я тогда перезайду. Итак, вот я снова зашел, и вот, теперь я могу посмотреть на персонажей. Так, я сразу вижу новых. Так, Чеф Клокман, но это Watchman, чтобы авторское право не было. Сколько он стоит? Он стоит бесконечность. То есть это надо задание, да? Вот Клокман. Вот шеф Клокман. Ага, вот, смотрите. Нужно собирать Клок Спайдеров. 24 Клок Спайдера на Титана Клокмана. Эх, я почти его получил, но я не успел. И вышло обновление, и все вообще стерлось. Итак, вот еще можно получить его самого за 6 клок спайдеров, за 12 клок спайдеров и еще плюс 1000 поинтов можно получить большого клока. Я не могу. А если я могу? А я не могу. И за 24 клок спайдер и еще 5000 поинтов можно получить титана клока. Но пока тут нету улучшенного титана клопка. Вот как мне выйти из этого мира? Тогда я просто куплю кого-то и все. Попытаюсь, по крайней мере.
Секретный агент. У него в руках молоточек и что это? Это кассета Ван Тузмена? Как он... Чего? Понятно. Даже способности его не видно. Наверное, вообще может кого угодно за секунду убить. Ну, я не знаю. Так. Борерман. Ну, это дрелью. Что он умеет? Он стоит 400. И я не вижу, почему он что-то умеет. Спасибо. Не знаю, что это. Так, большой клокман. Это какой клокман? То есть, дрельман. Так. Как он стоит? А у меня он есть. Он стоил 1200. О, смотрите. Тут появилась улучшенная камера Страйдер. Она стоит вот столько. Ну, в принципе, это не так уж и много, на самом деле. Так, новые титаны. Во-во-во-во-во. Я сразу вижу титан Дрельмана. Он стоит вот столько. Ну, это же столько же, сколько и... А, нет, ну, чуть-чуть побольше. Ну, примерно столько же, сколько и Титан Тивимен. Только это теперь экран. Экран Титан. Прожектор Титан. И альтернативный экран. Он какой-то альтернативный. О специальных титанах ничего не изменилось. Ой-ой-ой, нет! А, фух. Так, как-нибудь. Ну, давай, колесико. Так, ладно. Выберу тогда я. А, нет, что за... Почему я не могу? На, только не это. И появились новые коды. Вот, ритм. Надо написать Рейдом и Диги. А еще можно написать еще вот кое-что. И еще можно написать Рейдом Ретурн. Вот теперь в настройках нету. Но я зато теперь могу нормально отключить. Все, и у меня не будет. Камея. Что это такое? Что такое камея? Камея не лук. А, просто меняется немного расположение камеры. Ладно, что это? Итак, у меня есть вот теперь вот столько. Ну, кстати, еще поменялись анимации у маленьких персонажей. Давайте я буду копить тогда на него. А пока что я покажу вам его. И я, кстати, уже успел купить себе титана на коде Return. Так, что там происходит? Так, что-то не так. Мне, видимо, пристрали тут навсегда. Походу придется искать новый сервер. Так, вот. В первом месте вот этот вот челик. Он супер странный вообще. На втором месте какой-то тефтельный. Это тефтеля. И Тивимен с шарфиком на третьем. Ладно, давайте тогда перезайдем на другой сервер. Может, походу... Да, все, больше ничего не происходит. Мы не можем найти. Так, я перешел. Так. Ну, это загрузка. Так, надеюсь, я теперь могу зайти. Ну вы что? Опять что ли? Это... Мы опять застряли на этом сервере. Это вообще что-то. Я уже в третий раз захожу и до сих пор не могу найти сервер, который не застрявший. Так, давайте тогда я зайду в казуал. А, тут такое же лобби. Давайте тогда я сделаю и быстро начну. Все. Никто ко мне не зайдет. Я не хочу, по крайней мере, чтобы ко мне кто-то заходил. Заходил, я не хочу, чтобы ко мне никто заходил. Никто не заходил, пусть. Почему? Я 500 раз...
Что за? Я 500 раз старт нажал. Почему не запускается? Так. Давайте тогда я сделаю пароль. Так, стоп. Пароль 500 миллионов, короче, я сделал 8 миллионов там каких-то. Старт не работает. Да, но я сейчас нажимаю и не работает. Не там, ничего не работает. Боже, что с игрой? Вообще что-то с ним. Тогда я в это же кажуалю не работает. Неужели я слышу звуки, там что-то происходит. Там стреляют из пушек. Значит, там и есть игра, давай быстрее. Пока там опять этот факт не начался, что все застряли навсегда. Так, давай. У меня выбор большой. Реально, почему? Вот так, все, давай. Вот, да, тут есть игра. Так, это камера страйдер и... Где анимация? Тут была же анимация. Не наоборот игру испортили. Ой, почему зеленая? Зеленая — это же цвет дофага. Так не должно быть. Но вообще такие, вот, ну, желтики таким желто-белым должно быть. Все, наконец-то. Итак, что он умеет? Способность, ну, давайте сначала посмотрим. У него 650 хп, и бьет он вот так. По одному разу бьет. Так, способность на Е. Он бьет везде дрелями, вообще всех уничтожает. Так, способность на R. Ее надо зажать, чтобы вот так вот, все. Я под землей, вот, все. Так, и так. Я могу всех подкидывать, но наношу ему урон. Так, вылезаю. И когда я вылезаю, я тоже урон наношу. О! Апгрейдит камера Woman. О, неужели ее добавили? Я что-то не заметил, что ее добавили. Ну, это хорошо. Так. У него больше нет способности. Даже хватать он не умеет. Да, он даже хватать не умеет, походу. Умеет только бить. И опять какие-то баги звуков нет. Да, их не работает. Пока у него большой очень кулдаун. Хотя наносит он, ну, так себе, я бы сказал. И x2 поинтов, значит, вы будете получать x2 вот этих поинтов, мне кажется, и x2 тех поинтов, которые, чтобы покупать персонажей. Так, надо вылечить этого камерамена. А, это инженер. Давай, надо помочь ему. А, не все, ему помогает. Все, он встанет. Он. Так. Джетпаки принцип. О! Это титан камерамен маленький. Так, что я могу купить этому большому дрельму? Фи, тут уже 30 волн. Так. Что я могу? Я не могу ему ничего купить. Ему ничего не покупается. Ладно. О! Улучшенная камера страйда. Так она стреляет. Супер заряд. Его. О, у него всего лишь 550 хп. У обычной камеры страйдер же было 1000 хп. Почему это у этой всего лишь 550? Ну, я только не доберусь, наверное, до него, поэтому я уже землечку. Вот так вот. Настолько маленький урон наносит, что даже вот этих не убивает. Так, давай. Надо идти к нему. Так, прям его вырезаю и бью дрелем. Давай. Все, мы сделали это, мы уничтожили.
Мы уничтожили этого. Титана Пикермана зараженного. Так, давай я теперь отправлюсь в меню и покажу вам новые анимации же, да? Новые анимации, да. Так. Сколько она стоит? О, давай! Я на это тогда вам покажу. Ее, наверное, можно улучшить, да, ее можно, наверное, купить. Ей можно купить. Редпак, да, вот! Вот, ей можно покупать. Лазер. Лазер покупаю. Я купила лазер. О, я купила лазер, да. Какая это кнопка? На Е это вот такой дропкик. Вот так вот салют. Даже такими стали. О, вот. Target shoots. Надо поближе к кому-то подойти, чтобы это сработало. Он умер, что ли? С одного дропкика нет. Вот так вот. Так, ой-ой. Так, ладно, тогда я нажимаю. Нет, почему не сработало? Нельзя двигаться, наверное. Блин, что-то он никого убить не может. Ой-ой, что такое? Я упал. Так, все, я использую. Пил. А, это кого-то наносит. Надо будет на боссе проверить, сколько это реально наносит. Но пока я не знаю. О, она же дальше может делать. Но я способности нет, на S и X тоже нет. Так, давай бежим к ним еще. А, нет. Мы хотим, чтобы он умер. А, ну он и умер. Хорошо тогда. Давай я чуть-чуть сделаю камерамена. Почему волна так долго начинается? Где волна? Где волна? Что за... Просто миллион... А, где-то один туалет остался. Где-то есть один туалет. Но в игре все равно очень много багов. Короче, где-то один туалет сныкался. Его не видно. И он почему-то к нам не идет. Где он? Кто он? Да ты? Я вычислю. Где этот туалетик? Где он спрятался? А, вон он! Нет, все, уже новая волна началась. Так, давайте тогда я нормально так проверю. Почему? Потому что меня бьют они. Нельзя, чтобы они били. Если ударят, то все. Она откидывает именно поэтому. Вот это он жгет! Так. Это тоже можно использовать как дэш. Но урон наносящий. Вот этот туалетик. Уничтожить его. Он умер от чего-то. Чего-то непонятного. Надо подойти куда-нибудь поближе к спавну их, чтобы... К их спавну, чтобы проверить. А, вот. Обстреливает. Но, видимо, не так уж и много наносит. Надо будет еще пушки купить, они стоят 1000. Эй-эй! Так, ладно. Давай, камера вон, бей его! На, он даже ударить меня не может. На, просто застанили его. На, я убил его! Так, надо помочь. Это мы камерамену, который жгет все. Вот это. Ламик его Ламик, да, это ламик. А, это титан камерамен. Это малюсенький титан камерамен. Так, ладно. Давай. Пил всех. Сбил мне все. А вот этот вот. Очень много наносит. Давай, несилово. Просто всех уничтожаем. Давай, я почти 1000 заработал. Да, все, сюда 1000. На следующей волне я смогу. Блин, титан камерамен не побит. Нельзя, чтобы он побит. Это же титан камерамен.
красиво. Давай еще, вставай, Ламик. Все, сейчас я куплю пушки себе. Сейчас будет у меня пушки. Так, там надо вылечить. Все, сейчас я куплю себе пушки, вообще супер круто будет. Так, я могу себе еще вот эти пушки купить, но нет. Вот, больше пушек. Так, а на какую то кнопку? На какую кнопку пушки? Это вот стрелять. А, вот, мод. На R переключать мод и нажмите на R, когда у вас есть пушки, вот такие вот. А потом нажимайте левую кнопку мыши, LKN, и она будет стрелять. Не знаю, сколько это уровня носит. Давайте проверим. Надо вот проверить на ней, на нем. Там пикермани. Пипьё, 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 пипьё. Так, ладно. Стреляем. Пил, 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 пил. Эй! Так, на тебе ведро. Ой! Ай! Нет, я умираю. Надо убить таких. Ай, тут же мэн! Откуда тут же мэн? Не было же раньше же. А, да, был вроде. Это жизнь бык. Он теперь не стреляет одним. А он наносит мне урон. Нет, нет. Точно, у меня же дэши есть. У меня же были дэши. Блин, что я? Вроде мои пушки наносят 200 урона. О. О. А, нет, он так тоже может еще до сих пор. Но он может еще контролировать свой лазер и стрелять ими прямо в цель. Вот только меня, наверное, уже никто не спасет. Так выглядит экран смерти. Камера офлайн. Ой, я камеру написал на секунду. Так. Ну, в принципе, мне еще. А, точно, я же купил камеру вон. Так, ну он стоит 2200. И это 1250. Ну, ладно, ребята. Я потом, наверное, подкоплю на него. Ну и все. Думаю, на этом можно заканчивать видео. Я вам показала всех, кто у меня были. Ну, что же показывать, когда у тебя почти никого нет. Ладно, все. Всем пока.